Большой экран, поддержка двух сим-карт и чехол в комплекте. На распаковке планшет Digma Pro Prime 18. В комплекте с ним идет блок питания, USB-кабель, документация, а еще чехол-подставка и переходник для наушников. Планшет имеет темно-серый металлический корпус. Его толщина всего 7,7 мм. Дисплей диагональю 11 дюймов может похвастаться Full HD разрешением. Экран большой, яркий и четкий, широкими углами обзора. Расположение элементов стандартное. На верхнюю грань вынесена кнопка блокировки и регулятор громкости. Справа порт Type-C и лоток для карты памяти и симки. Допускается установка двух сим-карт. Планшет поддерживает LTE, имеет встроенные модули Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Здесь 4 стереодинамика, разнесенные на левую и правую грани. С тыльной стороны корпуса основная камера на 13 мегапикселей со вспышкой, а для видеоконференции предусмотрена фронтальная камера на 5 мегапикселей. Теперь о производительности. Планшет работает на базе 8-ядерного процессора Unisoc T606. На борту 8 гигабайт оперативной памяти и 256 встроенной. Операционная система Android 13. Емкость аккумулятора внушительная – 8000 мАч. Что в итоге? Перед нами производительный планшет с возможностью установки двух сим-карт и емким аккумулятором. Он справится со всеми поставленными задачами и подойдет для работы, учебы и досуга.